Мы представляем наш сегодняшний семинар научно-практический, больше даже практическая сторона будет освещена вопросом иммунотерапии, современной иммунотерапии. На сегодняшний день в нашу жизнь достаточно уже прочно входят новые лекарственные препараты, о которых вы уже все знаете, о которых мы сегодня будем говорить. И очень хочется, чтобы между докладчиками и те, кто к нам приехали, доктора, был диалог конкретных вопросов-ответов о том, как применять эти препараты, как бороться с нежелательными явлениями и какие у нас с вами перспективы. Итак, мы начинаем сейчас разговор о лекарственном лечении немелкоклеточного рака легкого. Проблема, конечно, актуальности этой темы, она достаточно глобальна, и мы себе это все представляем. На сегодняшний день рак легкого, он занимает первое место по смертности в онкологии. Посмотрите вот на этот слайд, очень хорошо видно, что если суммировать всех умерших от нескольких других заболеваний опухолью, как рак молочной железы, колоректальный, простат, это как раз вводит вот сумма, количество пациентов, которые умирают ежегодно от рака легкого. К сожалению, 1,5 миллиона в мире летальных исходов. Достаточно большая, конечно, цифра. И нерешенных проблем остается достаточно много. Конечно, первое, то, что вот я говорила, это первое место в структуре смертности. На сегодняшний день отсутствуют эффективная опция лечения пациентов, особенно во второй линии лечения. В первой линии лечения, вы знаете, мы распространенную форму лечим в зависимости от наличия мутации, есть или нет. Если есть мутации, то больные получают таргетную терапию, если нет, то это химиотерапия. А вот как поступать докторам, лечить пациентов во второй линии, остается проблемой, потому что эффективность химиотерапии, конечно, она достаточно низка. И на сегодняшний день, конечно, выживаемость пациентов остается достаточно низкой. Что в Российской Федерации происходит? В Российской Федерации, конечно, та же картина неблагоприятная, как и во всем мире. У нас смертность занимает тоже первое место в структуре. И каждый вот в 2015 году более 30 тысяч пациентов погибло от этого заболевания. К сожалению, половина умирает в первый год. И проблема диагностики. На сегодняшний день пациенты приходят уже с распространенными формами заболевания, что, с одной стороны, увеличивает необходимость лекарственного лечения, количество пациентов, и, конечно, это неблагоприятные исходы. И выживаемость пятилетняя, конечно, это грустные показатели. Посмотрите, всего 4% пациентов выживают пятилетний рубеж. И вот этот вот слайд еще тоже очень хорошо демонстрирует. Большое эпидемиологическое исследование было в свое время проведено в Великобритании. Посмотрели за 40-летний период с 70-х годов по 10-е годы этого столетия уже, что происходит с выживаемостью пациентов при различных нозологических формах. И вышло, что первое, конечно, эти цифры, они потрясают. 50% онкологических больных в Великобритании живут 10 лет и более. И смотрите, на первом месте по выживаемости стоит тестикулярный рак, герминогенные опухоли, которые высоко чувствительны к химиотерапии. На втором месте, как ни странно, меланома. Это, конечно, ранняя диагностика. А рак легкого, он достаточно далеко-далеко внизу. То есть проблемы общей выживаемости пациентов, они актуальны. И актуальны не только для мира и для Российской Федерации. Чем лечим пациентов? Лечим химиотерапией. И приходится иногда проводить не одну, не две линии химиотерапии. Посмотрите, насколько уменьшается вероятность эффективности лечения с каждой последующей линии. Что мы используем во второй линии? В первой линии я уже говорила, в основном, если больные получают таргетную, если есть мутации, то получают таргетную терапию, если же нет, то химиотерапия. А если пациент не имеет активирующих мутаций, во второй линии обычно мы используем химиотерапию. И разницы особенно нету. Плоскоклеточный аденокарцином – это выбор химиотерапии. В основном это идет такие препараты, как доцетоксел, венерельбин, гемцитабин. Используются также таргетные терапии.
препараты эрлотинеб и пемитрексед при аденокарциноме, если он не использовался в первой линии. Но, как я уже говорила, к сожалению, эффективность второй линии химиотерапии и последующих линий химиотерапии, она конечно, невысока. Если сравнить различные опции химиотерапии, то практически их эффективность она одинаковая. Как видите, здесь нельзя оперировать какими-то активными опциями, медиан общей выживаемости на фоне второй линии химиотерапии, как правило, в пределах полугода, и при этом наблюдается достаточно высокая токсичность. И вы знаете, в основном это гематологическая токсичность, но еще есть и токсичность со стороны дыхательных путей. Поиски других методов лечения. И здесь, конечно, выступает в последнее время иммунология. Вот уже в течение последних, наверное, трех лет ЭСМО открывается, пленарные заседания большие начинаются с проблемы иммунологии. Иммунологии мы уже говорим о персонализации лечения и воздействии и именно на иммунную систему. Иммунную систему. Это совершенно новый подход в лечении. Это не цитостатики. Мы не действуем прямо на опухоль. Мы стараемся воздействовать на организм, на иммунную систему с тем, чтобы организм распознавал опухолевую клетку, опухоль и начинал с ней бороться. Насколько обосновано лечить пациентов с немелкоклеточным раком легкого? Да, обосновано, потому что немелкоклеточный рак легкого, он характеризуется высокой частотой мутаций. Возможно, это еще идет, конечно, за счет курения. Достаточно много пациентов курят, и увеличенное число мутаций, это, конечно, приводит к высокой экспрессии антигенов и возможности использовать иммунотерапию. Какой основной момент в патогенезе рака, если мы говорим об иммунной системе? Это ускользание ответа. Почему-то на каком-то этапе организм перестает распознавать чужеродную клетку, опухолевую клетку, и в дальнейшем идет рост опухоли. Взаимодействие организма и опухоли достаточно сложный процесс, и существует достаточно много иммунных клеток, которые в той или иной степени реагируют на наличие опухоли. Они могут иметь как и благоприятный прогноз, такие клетки, как CD8, CD4, а могут воздействовать с неблагоприятным прогнозом, такие как эффекторные клетки. И это доказано на исследованиях. Например, если у пациента повышенное количество эффекторных клеток сопровождается повышением безрецидивной выживаемости, если же наоборот регуляторные клетки, здесь безрецидивная выживаемость достаточно низка. И в настоящее время таким вот новым современным направлением является воздействие на клеточное звено иммунитета. Для того, чтобы завести иммунный механизм, завести эффекторные Т-лимфоциты, нужны сигналы. Взаимодействие опухолевой клетки и Т-лимфоциты, они достаточно сложные. На поверхности клеток содержится много различных клеток, лигандов, рецепторов. И все вот эти клетки, они являются возможными терапевтическими мишенями для наших воздействий. И что же делают препараты, о которых мы сегодня будем говорить, анти-ПД-1 препараты? Они восстанавливают нормальную противоопухолевую функцию Т-клеток. Таким образом обеспечивается долговременная память, длительный контроль над опухолью. И нужно помнить, что этот ответ, он может быть не быстрый. Нужно время для того, чтобы реализовался ответ. В среднем это проходит где-то 2-3 месяца. И что мы имеем на сегодняшний день? С 90-х годов химиотерапия, как видите, общая выживаемость – это 6-8 месяцев. На сегодняшний день с появлением анти-ПД-1 препаратов, конечно, выживаемость пациентов возрастает. И на сегодняшний день в Российской Федерации, вы все знаете, уже у нас зарегистрировано 3 препарата. Ипилимумаб при меланоме, пембролизумаб и ниволумаб зарегистрированы были в конце прошлого года. Оба препарата идут достаточно параллельно друг с другом. Эффективность и механизм действия их достаточно
достаточно одинаков. И отличие какое? Пембролизумаб и ниволумаб, первое, что они действуют анти-ПД-1. Пембролизумаб зарегистрирован при меланоме для лечения больных распространенной формы меланомы и немелкоклеточного рака легкого. У ниволумаба есть еще одно показание – это распространенный рак почки. И хочется еще сказать, что в этом году эти два препарата вошли в список ЖНВЛП. Плохо или хорошо, наверное, вы нам, дорогие практические онкологи, сегодня будете рассказывать. Но, во всяком случае, цена на препараты, она остается при этом стабильной, и, наверное, в какой-то мере появляется больше возможностей, больше широкой возможности использовать эти препараты, если мы не говорим сейчас о их высокой стоимости. Итак, на сегодняшний день какие задачи перед нами стоят? Мы все помним, что распространенные формы заболевания, любого заболевания соли, но он остается на сегодняшний день инкурабельным заболеванием. Что мы хотим сделать? Первое – это, конечно, продлить жизнь человека, продлить безрецидивную выживаемость, улучшить качество жизни, что является, конечно, основополагающим. То есть смысл – перевести заболевание в хроническую форму и относиться к нему так, как мы относимся к любым другим хроническим заболеваниям. Каких результатов мы сегодня достигли на том, что мы имеем? Ну вот два буквально примера. Ниволумаб было одно из исследований, которое уже показало, что пятилетняя выживаемость у этих пациентов, мы говорили 4%, помните, на фоне химиотерапии или без лечения, на сегодняшний день есть данные о 16% общей выживаемости на фоне ниволумаба. Еще одно исследование с пембролизумабом. Идем дальше, ведь да, используются препараты не только в монорежиме, но есть работа использования в комбинации с химиотерапией. Это не относится пока к нашей стране, я демонстрирую только исследования. Посмотрите, эффективность использования пембролизумаба в сочетании с химиотерапией увеличивается почти вдвое. И что интересно, длительность ответа, медиана длительности ответа на сегодняшний день еще не достигнута. Что мы хотим достичь? Ну, если посмотрим вот на первые кривые, самая низкая, ведь видите, серенькая – это химиотерапия, потом идет таргетная терапия, рано или поздно у пациентов наступает прогрессирование процесса, и, к сожалению, практически не наблюдается плата, которую бы хотелось увидеть. Следующее – мы получили блокаторы контрольных точек. Кривая идет параллельно. Значит, есть часть больных, которые живут длительное время без признаков заболевания. И что мы хотим получить пунктиром? Мы хотим больше получить этих пациентов. Мы хотим, чтобы большее количество пациентов жили долго без признаков заболевания. Такая у нас цель. Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что, конечно, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа – это прорыв в лечении. Сегодня будем говорить, насколько актуально делать или не делать PDL-тестирование. Анна Сергеевна сегодня об этом говорит. И, конечно, в настоящее время проходят клинические исследования, которые свидетельствуют уже об эффективности лечения не только в монорежиме, но и в комбинированном лечении. И впереди, мы думаем, что у нас откроются возможности более эффективного использования современной иммунотерапии. Спасибо за внимание.